готово. Мы сбросим артефакт на планету через полчаса. Колония терраформируется. Ваши хексы должны быть готовы. Когда отключится вся электроника, у вас будет час, чтобы занять город. Не справитесь, получите на 1 000 000 кредитов меньше. Я понял. Меня больше волнует, что получите вы сами. Еще раз скажите, что вы в своем уме и точно понимаете, что не объявите этим войну коалиции. Красный флот Альянс просто задут ваш актив в порошок, если узнает об этом. Скажите мне, сколько кораблей коалиции вы видели в доках Сиона? Один. Да, и это старый, поврежденный флагман Сэндшторм. Коалиция ничего не узнает. Все под контролем. Ну что ж, я на это надеюсь. Повторюсь, не беспокойтесь. Колония эвакуирована. Охрана минимальна. Когда вы закончите, наша вторая группа ворвется в систему с флотом вторжения. К этому времени вы уже покинете планету с награбленным. Мы просчитали все риски. В том числе для вас, разумеется. Времена, мы всегда находили необходимые решения. Но сейчас мы на новом этапе развития. Вам такое сервисное обслуживание, кожаные ублюдки. Ведь выйдет в космос и колонизируя множество миров, мы, по сути своей, дали всей галактике сильно. И мы, корпорация СВЭ, действительно готовы взять на себя руку. Наша модификация UNC уже сейчас питает самые мощные. Экстерминейшн! Экстерминейшн!
В середине 30-х годов человечество совершило технологический прорыв. В краткие сроки две мощные фракции, Красный флот и Альянс, наводнили галактику. Это стало возможно благодаря особому ресурсу, найденному на планете Марс — эфритану. Переработка эфритана позволила космическим кораблям людей преодолеть необходимость. Марс стал эпицентром войны за эфритан, развернутой Красным флотом и Альянсом. Результатом этого противостояния стало уничтожение огромного количества месторождений, к чему большинство людей готовы не были. Оставшиеся же были вынуждены столкнуться с необходимостью выживать в новом мире. Мире, в котором правят корпорации. Кризис открыл для последних новые возможности, дал им почти неограниченный контроль в отдаленных системах. Чтобы предотвратить усиление корпораций, Красный флот и Альянс инициировали программу «Сверхюнит 3000». Согласно программе, на ключевые колонии в отдаленных системах засылались специальные военные, сверхчеловеческие юниты. Эти люди обладают невероятными способностями и лучшей экипировкой, доступной на данный момент. В момент, когда колония подвергается... Сверхюнит, элитная единица сил Красного флота. И, к сожалению, ты уже умер. Но это не так плохо. Разумеется, все твои навыки и часть личности сохранены в форме программы на базе нейросети. Зато у тебя новое и классное тело. Понимаешь, все это время ты учился, готовился к этому моменту. И вот пришло время вернуться к жизни в бодрой и свежей форме. Неизвестные атаковали колонию. Они хотят получить доступ к тому, с чем не смогут совладать. Во благо твоего вида мы обязаны вмешаться в этот процесс и выяснить, что происходит. Я покидаю тебя. Мне нужно активировать других. Следуй моей программе.